Рак распространяется. Боюсь, мы здесь бессильны. Есть один человек. Хирург, блядь. Может помочь. Судя по этим сканам, вашу опухоль не удаляли? И сколько мне осталось? Несколько месяцев. Мне еще столько предстоит сделать. Приветствую вас. Давайте сыграем в игру. Вы притворялись, что лечите меня, но я приготовил каждому из вас кое-что настоящее. У вас не будет лишь анестезии, но поверьте, вам захочется остаться в сознании. Из всех людей вы решили обмануть Джона Крамера? Главное, не колебаться. Поместите кусочек своей мозговой ткани в стеклянный резервуар с ферментами. Это спасет вам жизнь. Это не возмездие, это пробуждение. Жить или умереть, выбор за вами.